Yeah.
Что делаете вообще? Новый год с родителями или нет? Я вообще советую с мамами, с папами лучше Новый год провести. Сами знаете меня, да, я свою маму люблю очень. Поэтому, ребят, завтра и сегодня к маме подходим, обнимаем, целуем ее руки, говорим: мама, спасибо, что ты меня родила. Говорим: мама, спасибо, что ты меня такого растишь, я упрямый, но дай бог, стану миллионером, будешь кайфовать. Я вот так делал, сработало, ребят, поэтому, пожалуйста, мамы самые... Шума для мам, быстро! Я посмотрю,
Это вообще, честно говоря, очень хорошая, любимая моя кемка, но это эмоции, в чем скинул, забирай все. Не, спасибо, брат. Забирай все, всегда на эмоции, в чем скинул. Кидаю, вышло. Вам не обидно, но лучшие вообще. Если кто-то вам говорит, что вы не лучшие, нахуй шлите, вы лучшие. Шума для себя! С наступающим, любите себя, любите нас, любите вам. Спасибо вам, Москва.